Челябинские школьники примерили белые халаты. На один день они окунулись в профессию кардиохирурга. В рамках проекта «День без турникетов» для них провели экскурсию по Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии. Подробнее расскажет Владислав Чухров. На втором этаже это аритмологическое отделение. И на третьем этаже отделение преимущественно коронарной патологии. На врачебном сленге школьникам 95-го лицея рассказывают о профессиях кардиохирурга, рентгенолога, анестезиолога. Многие лицеисты уже сейчас видят свое будущее в белых халатах. Ученик 6 класса Антон Есарев еще не определился с врачебной специальностью, но точно уверен, будет лечить людей. А сейчас только примеряет халат и присматривается к кабинетам. Тут, во-первых, дизайн красивый, все стерильно, освещение не желтое, как обычно, а вот белое. В этих кабинетах в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии ежегодно спасают по 5000 сердец жителей всего Урала. Операции проходят и сейчас, и в режиме реального времени лицеисты следят за процессом с экрана. Здесь же им рассказывают, как пациенты проходят реабилитацию после операции и как готовятся к ней. Большинство наших операций выполняется в плановом порядке. То есть человеку выставляется, когда показания, что ему надо делать операцию, он проходит полное обследование в нашей поликлинике. Мы все о нем знать должны. Экскурсию по Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии лицеистам проводят в рамках образовательного проекта «День без турникетов». Школьников знакомят с профессиями и предприятиями региона, чтобы уже в школе они выбирали и готовились к будущей специальности. Они побудут помимо медицинских учреждений еще в камерном театре, в театре драмы, где они смогут увидеть закулисье, спектакль, посетить спектакль. Также у нас предполагается, так же как помимо тяжелой промышленности, это Челябинский завод автомобильных прицепов, телеканал УТВ. В прошлом семестре в проекте «День без турникетов» приняли участие 3000 школьников из Челябинска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска. В этот раз организаторы планируют окунуть в профессию столько же детей. Владислав Чухров, Павел Головин, ОТВ.